Итак, финал. Первая карта ДМ6. Эксплойтерс. Первый состав против... вернее, состав 1 против состава 2. Почти то же самое, но не хочется никого называть первым или вторым. Переключимся на... Начнем с Клоуза. И Клоуз на миге четко на ней спаунится. Так, или... А, я подумал, что завис, на самом деле просто шап ждет. И драка уже... На шахте, и вот, вот почему я не люблю фоллоу киллеров в ТДМ, потому что... Как правило, один убивает одного, и тут же его тоже убивают. И мы... 5 секунд просто курим, поэтому я выключу. Хочется вообще за Клоузом посмотреть немножечко. А, и так периодически переключать пов между разными игроками. Ну и, соответственно, пауэрапа. Очень здорово Клоузу досталось. 4-1 ведут они. Клоуз Саленсап. У них красная команда. 13 хп, отличный рейл. И, собственно, прилетела снизу ракетка. Поэтому Хрон там недолго жил. Клоуз просто рейл за рейлом заносит. Ох, если бы это был бы фраг, это было бы, конечно, чума просто. Но не попал, небольшая ошибка, и тут же Хрон... Ой, тут же Токс его он убил. Реллит издалека Клоуза, и... В итоге он попадает, на 3 хп выживает. Пытаются с двух сторон зареллить на бункере чела. Ну и квад совсем скоро. Так, Саленсап немножко опаздывает. Ток с Хроном уже на кваде. Да, Ток Хрон. Хрон держит оборону с трейлом и забирает квад. Достаточно у него много здесь, я думаю, да, фраг Клоуз отдаст. Очень нужны аптечки. И здесь убьют. Клоуз подловил. Пошел Heavy Machine Gun. По-моему, не респаунится там. Здесь по-любому фраг. Хотя неплохо очень промашинганил Хрон. 10-6 счет. И Heavy по таймингу. Очень неплохо Токс там шафтит. Но в итоге две отличных рельсы от Клоуза, и он снова идет на бункер. Попытка здесь взять ракету. Тут же в бок прилетела рельса. Еще одна рельса. И сейчас я не удивлюсь, если будет третья. Нет, Токс из машингана добил. Токс у нас на экране. Тоже со стрельбой все в порядке. И убивает двоих. И несется уже его убивать Клоуз. Отличный демедж от Токса. Собственно, вырвались вперед Токс с Хроном уже. Примерно 4 фрага ввели во время пауэрапа первого белорус голландцам. Но вот в итоге... Ну, сейчас, сейчас уже почти ничья. 10 секунд до протекшн. И оба. Аниме там. И убил, убили всех. Только с Хроном. Хрон в итоге умер. Лос пытается сразу как можно больше дэмэджа нанести пауэрапперу. Но помог Хрон. В итоге набрали фраг. И снова как новый Токс. Здесь будет убивать Саленсап с двух сторон. 18-15. Счет. Да, неплохой на самом деле такой. Ну, не квадран, а протекшн ран. И мигу сейчас Токс будет забирать.
Небольшой, в принципе, все равно у нас отрыв. Нужно рулиться от Токсу, но здесь не пускают. Джампится Клоус на зуме, но весь шаф себя впитал. Хороший шафт от Токса, но здесь не выжить. Клоус у нас на экране. Хэви взял хрон, поэтому здесь ловить нечего. Так. Лежит мега, но Клоус, наверное, будет ждать Хэви. Да, спрыгивает. Не залетают ракеты, не залетает рейл. И пришли хрон. Тоже по таймингу. И теперь уже с двух сторон сальница позажимают. Отрыв, кстати, увеличился. На следующую мигу спешит Токс. Тиммейтер тоже здесь. Здесь и мига, и квад практически очень близко по времени. Поэтому очень важно. Отлично, отлично. Меги расписали. Здесь... Так, кто взял квад? Клоус забрал. Вернее, Хрон взял квад, Клоус его убил. 9 фрагов отрыв, но Клоус сейчас может отрыв сократить. Не слабо так залетело гвоздей, но все равно толстый. Все еще Клоус. Хэви ждать смысла нет, уже оттикивает квад. Нужно срочно с котельми кого-то еще убить. Не понимает он, где враги. Да, никого, получается, больше не убьет. Да, не удалось. Лежит Хэви. Ох, как расписали двух сторон кого-то там. Да, очень-очень жестко, конечно, против этих ребят играется. Порой тебя убивают с такой скоростью, что ты даже, в общем-то, не понимаешь вообще откуда. Это пролетело, начинаешь с одним стреляться, бац, тебя нет. Эйм, конечно, здесь просто зверский. И еще и контроль предметов тоже очень качественный. При этом сейчас проигрывают Клоус и Сайленсер. 7 фрагов отрыв. Токс держит мигу, здесь его убьют. Он рядышком. И забирает мигу. Не попасть здесь. Ну, Токс добил из машингана. И Хэви респаунился. Тут же минус 100. И драка на берсерках. Ну, только фронт здесь был, конечно, гораздо более толстый. Попал много дэмэджа. Хорошая ракета, еще хорошая. 2 секунды для пауэрапа. И врывается там сайленсер, но без шансов. 33-24, до 9 фрагов. Отрыв увеличился. И хрон сейчас будет добивать. Нет, не будет. Запилили. Ну, Токс там отомстил. У Токса есть еще протекшн. 10 фрагов отрыв. 11. И продолжают убивать. Но здесь Клоус мой с своим машинганом. Заберет он сейчас Хэви. И как он успел еще и попасть эту рульцу? Да. У этих ребят со стрельбой, конечно. Полный порядок. И 11 фрагов у нас до фраглимита. Тайм-лимит 15 минут, но, скорее всего, все закончится раньше. Хотя под конец, конечно... Команда начинает играть более осторожно. Ну вот сейчас до 9 фрагов сократили разрыв. И Клоуза здесь прогоняют от шафта. Но все равно лезет воевать, потому что скоро мега.
очень, очень аркадно он играет. И этот квад, я думаю, будет определяющим. Хрон суициднулся, но вопрос, успеет ли он на квад. Квад. Квад забрал Клоус. И сзади зашли и убили. И сразу плюс 2 фрага. 8. До фраг лимита, и самое главное, что квад. Здесь, правда, вот, ну вот как здесь вообще что-то можно сделать, когда с такой скоростью тебя убивают. Даже с квадом был хрон, достаточно толстый, но с какой-то нереальной скоростью он. И мега за сайленсом. Отрыв всего лишь 5 фрагов. На самом деле, давно не убивали никого хронстоксом, но вот сейчас сайленсер, наверное, не жилец. Хотя нет, взял аптечки, включил просветку, слышит он, где враги. Но здесь не попасть здесь. И 4 фрага. И вот, наконец, хрон. Где там хрон? Хрон 200-0. Убивают вдвоем с Токсом Саленсапа. 4 фрага им осталось. Снова с двух сторон убили врага. На этот раз Токса. И... обмен любезностями. Ну что, придет Токс на протекшн. Нет, пока идут только враги. Если Клоус сейчас заберет. Ох, какие ракеты! Ну вот это уже. Так, здесь стрелят издалека. Но там убьют. Убьют Саленса по 2 фрага. Скорее всего, не выживет этот протекшн. Но слишком много фрагов надо. Excellent. 49-43. Но здесь умирать нельзя совсем, если бы это был бы квад. Было бы одно, но... с протекшн, к сожалению, фраги не так быстро делаются. Поэтому... да, по паре вот так ходят. Саница с Клоузом. Тоже, в общем-то, 5 фрагов всего лишь осталось набрать, но затаились, я думаю, сейчас где там с хроном. На другом конце карты они держат бункер, держат хэви, держат рейл. И никто никому не ходит, потому что тут последний фраг. Подбирается поближе хрон, наносит дэмэдж. И Токс, по-моему, там заходит. Да-да-да. Да, все-таки убили. Даже непонятно, кто там сделает последний фраг. И 1-0 в пользу Токса с хроном. Напомню, как раз эту карту выбрали Клоус и Саленса. И давайте начнем этот матч с Клоуза. Выбор персонажа абсолютно такой же. Клоус на хэви, нету пушки, и уже убивают его здесь. Неожиданно кто-то там играет за слэш. Это интересно, это... Нет. Я сейчас разберусь. Это была ошибка какая-то. Вернее, слэш там пробегала, но... очень быстро она закончилась. И теперь Галена играет хрон. Так,
И с 5 хп. Но токс, когда тоже с гвоздями, это, конечно... С любой пушкой токс опасен. С гвоздями он и Рейзи, это просто какой-то космос периодически. С такой скоростью. Так, нужна пушка в Клоузу. И вот такая вот связочка. Здесь даже на этой карте с отключенным фоллоу-киллером все равно очень быстро все происходит. Можно на самом деле включить хрона там, как с наиболее такого аккуратного игрока. Заодно посмотрим, как здесь играется Галеной. Держит он оборонный миг. 3 секунды до мегахелса. И 20 секунд до квада. Здесь на секунду высунулся хрон. И сразу же получил такое количество дэмэджа, что решил отойти. Сайленс суициднулся, чтобы поскорее прийти на квад более толстым. Но вот отличная атака от хрона с токсом и их пауэрап. И мега здесь, видимо, посчитана у хрона, поэтому он так сразу на нее зашел. Нужно делать фраги. Совсем, видимо, не было здоровья у Сайленса. Утащил он все-таки хэви. Но хрон не может пока никого толком найти. Тотем Клоуза убил, ранее поставленный. И два фрага сейчас будет. Нет. Квад закончился, по-моему, в последнюю секунду. 13-7. Уже повели хрон с токсом. Их хэви. И с сайленсом там врывается. Вдвоем стали чаще ходить к лоу сайленсом. На этой карте, конечно, если тебя убивают, очень тяжело дойти до тиммейта, не встретившись с врагами, потому что слишком карта компактная. Включаем Клоуза. И сразу же наслаждаемся диким эймом, и тут же токс его убивает. 18-12. Счет. За Клоузом и за секунду просто все ему забревает. Кто это там так? Это хрон был. Просто зверский эйм. И совсем скоро пауэрап. Отличный дэмэдж от Клоуза, но даже этого не хватило. И минус, минус протекшн. Сбросили хрона. Только он ее взял. Для захрона падает вниз и врывается на хэви. Отличный гвозди. Все попадает. Тут же шафтом его в спину. Отбросил тотем. Снова струя гвоздей, но в итоге все-таки сверху убили. Мясо, конечно, дикое. Эйм здесь решает. Просто нереально. Особенно на такой карте маленькой. Можно ради эксперимента включить фоллоу-киллера и посмотреть, как это выглядит. Да, Клоуз умудрился убить соперника. Заберет Сайленс Ап Хэви. Нет, нет. Забрал его тиммейт. Он пошел, по-моему, в сторону Меги. Тут же словил оттуда рейл. И... никуда тут и не высунуться. Ну и, конечно, надо все попадать. Хэви пытаются держать Лобс с голландцем, но врывается хрон и убивает двоих.
Отлично рел через всю карту. И здесь два врага будут. Здесь убьют, даже несмотря на хэви, слишком быстро. И доклада. Несколько секунд. С учетом того, что счет уже 3-4. Хрона с Токсом. Этот клад, конечно, должен многое определить. 3 секунды до хэви, Токс так посмотрел туда-сюда, но не стал дожидаться, пошел все-таки врагов искать. И вот он первый фраг. Забрал Сайленса в хэви, но тут же умер. И еще один фраг. Очень неплохой квадран. И ракета на 100. Уже там. Да, разметали. Несмотря на то, что Рейлом попал. 42-26. Да, отрыв говорит сам за себя. Почти в два раза. Почти на 20 фрагов. И... непонятно, как играть против этих парней. Собственно, 7 фрагов осталось до фраглимита. Обороняю точку Close Silence. По-моему, Хрон просто зашел то с одной стороны, то с другой, и при этом все попал. Убил обоих. И 5 фрагов осталось. Отличная РСА. Еще одна ракета. И просто без шансов. 3 фрага. Боюсь, что до протекшн не доживю. На этой карте, да, 2 фрага. Хэви оставляет, по-моему, хрон тиммейту. На берсерке врывается. Close. И Токс. Токс протекшн, 1 фраг. Это GG, это 2-0. На этой карте еще жестче. Я... ну вот здесь Хрон чуть лучше выступил, но, собственно, все было видно на его пове. Но руина по-любому будет не такая, конечно, быстрая, как и Волкан. Карта, наверное, в 3 раза больше. Еще раз будет за мной. И не совсем удачный спаун. Лежит мега, но, по-моему, фраги-то должны быть все на хэви, да, оба. Поэтому Токс в итоге все-таки после этого дэмэджа спокойно смог зайти на мегу, взять пушку при этом еще. И счет открыт. Падает вниз Хрон, здесь его просто сдувает. И Токс приходит на вторую мегу. Хэви достаточно скоро, поэтому Токс, отъевшись, падает заранее. Там гоняют пока Хрона очень жестко по карте. Ну, и отлично встречает, но здесь... да, убили. Клоус там разобрался. 6-2 повела его команда. На мигу, наверное, не успеть. Ребята, рейлы просто чумовые. Правда, иногда все-таки промахивается, но потом вот тут же вот такую вот тему заносит, ну это просто какая-то жесть. Нет слов. Стрельба, конечно, у Клоуза просто чумовая. И квад 10 секунд.
Здесь с рольцой очень тяжело зайти, но при этом убивает все равно. Там дальше уже Хрон разобрался. И через секунду пауэрап. Забирает его токс. И пошли фраги, но 15 хп осталось. Очень много дэмэджа нанес, но все издалека, и поэтому фрагов не так много получилось. Очень ловко токс сориентировался. Казалось, что сейчас его убьют, но в итоге клоус там на берсерке разрывает, а тут ему ответочка. От Хрона. Двоих Хрона носит, забирает еще и Хеви. И вот уже его команда вырвалась вперед. Так, Мигач и Хеви одновременно, поэтому непонятно куда идти, но здесь там... Надо идти туда, где тиммейт. И Клоус там продолжает на рольсе разрывать. Давайте немножко за ним понаблюдаем. Да. Очередной рейл из разряда нереальных. И два врага, и две рольсы уже Клоус. Как только я на него переключаюсь, сразу его начинают убивать. И здесь он на берсерке... По-моему, 4 раза ударил врагов. И в итоге съел протекшн. Должен убить. Там да, достаточно толстый остался. Там слишком мало дэмэдж ему наносил этот шафт. Ох, как два шафта. Но это, по-моему, клатч. Лучше его года. Сейчас у нас был на экране 200-200 щитом. И примерно так же, с таким же звуком принимал на себя дэмэдж, но в итоге выжил Клоус, умудрился двоих убить. И по-прежнему небольшой отрыв у синей команды. Непонятно, куда смотрит это отсюда здесь. Попадают. Хороший рейл. Второй не попал. Клоус, по-моему, просто наобум иногда стреляет. При этом, вернее, не наобум, он знает просто, куда надо стрелять. Не целясь, грубо говоря, и при этом попадает. Два фрага отрыв. Ах, здесь, да, здесь надо включать берсерка. Но в итоге токс досталось. Хрон есть еще немного пули для Ролган, точнее ровно одна. И сравнивают счет. Красная команда здесь, да, тут же убили. Зашел Ломс на Хэви, но достаточно поздно. И квад 10 секунд. Ах, убили в двух сторон. Хрон заберет квад, скорее всего. Рейл не попал. На Хэви пытается успеть. Ну, как минимум, врагов там можно. Ток составляет Хэви Хрону. И сейчас пойдет Хрон делать фраги. Первый пошел. Клоус куда-то убежал. Подсказывает, по-моему, Токс, где враги, но сам убил. Но в итоге одного нашел. И несется там Клоус. Отрыв. Вот вопрос одного квада. Как вырос отрыв? Буквально пару минут назад Клоус с Саленсапом вырвались вперед.
А в итоге бам. 9 фрагов уже ведут. Здесь на рейле приняли. У Саленса мига уже была. И надо спускаться на хэви. Очень скоро он будет. 5 секунд. И зашел Токс в итоге. Хрон с другой стороны. 2 фрага сделал Саленса. Тут же убил варежкой. Его Токс. 33-27. Сократился отрыв. Ну а здесь снова убивают. Но до меня все еще далеко. Обычно такие отрывы, конечно, для команд такого уровня не отыгрываются, потому что банально происходит размен фрагов. Ты убил, тебя убили, ты убил, тебя убили. И вот такие вот какие-то квадраны, в которых реально происходит мясорубка и много фрагов, они в основном становятся определяющими. Ну вот 5 фрагов отрыв. Мига сейчас будет за клоузом и заберет он. Да, забрал он протекшн. Отличный рейл, отличный второй. Убьет он Крона, убить он должен второго. Да, убил. Аптеки и более-менее все неплохо. Здесь еще маленький армор. 2 фрага, на самом деле. Ну вот, собственно, важность пауэрапа. Никого больше не найти. И очередной отличный рейл от Клоуза. И ничья, смотрите. На руинах. Здесь убьют, здесь убьют. К сожалению, Хрон двоих убил. К сожалению, потому что я хочу еще одну карту. В идеале бы 2. Ну вот уже на 3 фрага ворвались Хрон с Токсом. Не суется Клоуз, потому что Гампот там пасут. Но в итоге все-таки набирает фраг. Еще рейл. И вот снова почти сравняли счет. 1 фраг остался. 15 секунд до конца. Сам что сказал сейчас. Но не важно. На Токса я переключаюсь. До квада 5 секунд. И драка за квад. Ну вот этот квад будет определяющим, наверное. Нет, нет, нет. Здесь Токс в итоге подловил. Тут же 2 фрага сделал. И 43 фрага. Ох, что он творит. Ну... Ну вот этот парень, конечно, из ФФА не вылазит, и вот не результаты, как решать вопросы с квадом. Три фрага. Ну это, ребята, GG. Почти интрига завязалась, но... Но один фраг остался. И несутся там Саленса подобивать. Добили. 3-0 в пользу Хрона с Токсом. Хотя вот... Были разговоры, что с Клоуз Саленса, по-моему... Может быть, даже посильнее их будут, но вот этот турнир уже что-то нам определенно сказал. Это были отборочные, скоро будет финал, собственно, этой лиги GO4 Quick Champions.